Что, ребят, всем привет. Приехал я на новую Тулу посмотреть квартирку. Вот такая вот строечка. Вот там два корпуса, смотрю, строится уже. Ну, сейчас пойдем посмотрим, что там внутри. Вот здесь такое поле красивое. Вот. Ну и сама стройка. Так, ну вот, ребят, подъехал поближе. Такая строечка. Сейчас пойду вот в этот дом. Смотрю, тут фасад уже делают. Вот, посмотрим, что там внутри. Ну вот тут рядышком такая вот деревенька. Нижняя Китаевка. Там уже дома построены. 155-й строил. Вот там, по-моему, остановка есть общественного транспорта. Остановка новая тут. Так, ничего, ребят. Пойдем сейчас в этот домик. Вот фасад уже делается. Сейчас посмотрим, что там внутри. Ну, такой большой предбанничек. Так. Здесь темновато, правда. Лесенка. Что, на второй этаж пойдем, сразу сходим, посмотрим. Слышите, смотрите, большой такой прям здесь это. Между лестницами. Так. Вот квартирки. Так, это у нас получается однушка. Однушка, точно, да, однушка. Так, вот вход. Так, вот вход. Так, здесь у нас кладовая. Кладовая, не видно. Вот это комната. Так, кстати, арматура сделана, видите? Так. Окна рехаум. Такие прям нормальные. Окна рехаум. Так, все аккуратненько сделано. Хороший кирпичик такой. Так, это перекрытие. Так, ничего. Так. Так, уже вот, смотрю, свет выведен. Ну, провода здесь довольно-таки неплохое сечение. Довольно-таки неплохое. Так, здесь у нас идет туалет и ванна. Где-то совмещенные получается. Так, это кухня. Это кухня. С водоканалом. Ой, с этим, господи, с вытяжкой. Так, кухонька. Здесь будет котел висеть, я так понимаю. Вот так, балкон. Балкон. Вот, кстати, утеплитель, смотрите. Так, сделан утеплитель. Довольно-таки неплохо. Такой вот. Так, ну и вот видик, видик со второго этажа. Так, вах, дом РФ. Вот. Так, здесь у нас... Так, это у нас получается тоже вход. Здесь получается тоже однушка. Однушка, да, однушка. Однушка. Так, это у нас кухня. С такого материала делают, видите, утепление.
Техно-Николь. Так. Ну что, довольно-таки все аккуратненько сделано. Так что однушка довольно-таки просторная, ребят. Вообще прям отлично. Это комната. Ну да, неплохо. Очень даже неплохо. Так. Ну, так выход. Здесь закрыто. Так, и на дальнюю. Так. Это у нас получается. Плоховато видно. Так, это у нас получается раз, два, двушка. Это двушка. Здесь у нас получается кухня. Ее кухня большая прям. Вообще. Вместе с балконом кухня. Так. Вместе с балконом. Кстати, так, это у нас еще одна комната. Ну, я так понимаю, здесь еще стяжка будет. Здесь еще будет стяжка. Это еще не конечный вариант. Так, здесь идет у нас кладовая. Ну и туалет. А, нет, туалет. Или что это? Да, подождите, не пойму. Что вытяжки не вижу. Не пойму. А, это у нас туалет. Вот вытяжка наверху. Так, это туалет. А это, скорее всего, ванна, наверное. Наверное, ванна. Так, это еще одна комната. Это еще одна комната. Окошки. Так. Слушайте, ну, неплохие квартирки. Райончик, в принципе, тоже неплохой. Новая Китаевка. Вот. Так. На третий этаж сходить, что ли? На третий этаж сходим. Так, что у нас здесь? Так, вот сразу вход в квартиру. То есть сюда вход получается. Здесь вход. И здесь вход. Так, это у нас получается однушка. Однушка. Так, это у нас кладовка. Так, а здесь туалет и ванна совмещенные. Ну, вот так, в принципе. Вид из окна. Нормально. Вид из окна отличный. Так. Так, здесь у нас опять вход. Ну, это у нас идет Двушка. Ну, вот комната. В принципе, планировка одинаковая. Но в разных домах, я так понимаю, она разная здесь. Ну так, смотрите, уже поставили кондиционные трубы. Водопровод здесь, по-моему, уже. Так, здесь у нас комната. Комната. Слушайте, ну окна хорошие, прям вообще. Даже ничего менять не надо. Их
каким-то энергосбережением даже. Вот. Стежка довольно-таки высокая. Прям. Так, дверной проем такой вот, видите. Да, и знаете, сейчас еще большие толстые стены. Стены где-то получается у нас 64 сантиметра. Смотрите, какой подоконник. Нехилый прям. Вот моя рука, то есть сравнение. Две руки только до окна. Довольно-таки приличная стена. И еще наружу утеплитель. Ну, что-то так вот. Так, ну ладно. Вот такая вот квартирка. В принципе, однушка нормальная. Ну и двушка ничего. Так. Так, третий этаж. Третий этаж. Третий этаж. То же самое, однушка. Однушка. Так, и там вот вход в квартиру. Это у нас опять двушка. Это у нас опять двушка. Вот так вот. Так, ну что, вот такие вот квартирки. Вот. Слушайте, большой такой прям этот, как называется, не знаю. Предбанник, как бы его назвать, между лестницами. Не знаю, как называется, ребята. Ну, места полно. Мебель тащить так, в принципе, цеплять ничего не будешь. Даже можно что-то ставить здесь. Вот. Нормально. Так, с квартирой. Так, спускаемся ниже. Так, здесь у нас туда не пойдем. Вот, первый этаж. Там выход из подъезда. Так, здесь у нас первый этаж, первый этаж. Первый этаж. Ну вот, кстати. Здесь уже 4 этажа делаются. Видите? То есть вот. Это двор будет. Вот, ну вот, само окно. Видите, рехал? Все качественно. Кстати, смотрите, вот какой большой, большой подоконник. Вот такой толстый кирпич. Стена, конечно, здесь очень толстая. Так, и здесь у нас идет комната. Здесь мы выходим. Еще одна комната. Ну, балкон здесь, кстати, еще не утеплен, видите? Здесь еще утепления нет. Так, ну ладно, это кухня. Это у нас получается тоже комната. Здесь у нас туалет, ванна. Вот. Так, ну ладно, идемте вниз. Все понятно. Так, это у нас выход.
Так, ну вот еще один домик. Вот такой кирпичик. Такой фасадик. Так, ну что, ребят, смотрите, в этом доме я был. Вот здесь, до третьего этажа дошел. Вот такие тут квартирки в этом домике.